Ребятушки, здравствуйте, дорогие вы мои. Сегодня горы, Альпы. Направляемся в Альберг. Примерно от 1000 метров высота. Максимальные там высоты, на которые подъемник тебя поднимет, где-то 2300. Надеюсь, снег будет мягкий, пушистый, и мы сегодня отлично покатаемся и вам все покажем. Так что не переключайтесь. Итак, Вальберг пересечен, мы въехали в это снежное царство. Значок, пожалуйста, цепи на колеса и вперед. Ну, мы без цепей, как обычно, на летней резине, все нормально. Все идет по плану. Украинцы в здании. Да, тут аренда лыж и так далее. Так, значит, здесь старт. Сейчас мы берем в аренду лыжи и вперед поднимаемся. Высоты. Да, по ценам превращение человека в железного человека. 15 евро, да? 15 евро полдня. Что, ребята, welcome. Открывайте для себя сезон горнолыжный. Я в качестве инструктора. Все будет хорошо. Сначала мы начинаем с того, как одеть лыжный бассейн. Да, это все просто. Итак, оплачиваем, кстати, оплачиваем, что у них? Обед. Обед? Или что это такое? Нет, не обед, вон одно окошко открыто. Скипасы готовы, 19 евро скипас и 3 евро за саму карточку. То есть потом карточку возвращаем, 3 евро получаем, круассаны покупаем. За ваше здоровье, ребята, еще раз с Новым годом. Рождеством. Живите долго снегом. И счастливо. Да. Все готово для покатушек. Железный человек готов. Ага. Со своими зелеными бластерами. Стыковка. Ногу, короче, носок. Видишь, на носке там вот это вот заусенец такой. В глубину его и на пятку нажимаешь. Оп, все. До щелчка. Посильнее. Вуаля. Все, вот проверь, что лыжа держится. Все окей. Вторую по такой же схеме. Раз, все. Лыжи готовы. Зачехлился. А теперь все. Теперь самое интересное. Очень тяжело. Да, теперь идем на топить. Высота здесь небольшая, но убиться хватит. Мы туда не поедем. Возможно, на второй раз, а? По прямой. Да. Ну не я. Не, ну сначала вот по зеленой трассе. Протестируем, а дальше уже будем брать высоты. Вон, смотри, видишь, вон еще подъемники есть повыше. Лыжи выравнивай вперед и набираешь скорость. Да, теперь, чтобы притормозить, это делай клин. Клин. Вот, видишь, ты отлично. Давай, все, сбавляй скорость, делай клин. Главное, пока слишком как бы не разгоняйся, делай клин почаще. По прямой, ты направо не поворачивай, по прямой. Делай клин, 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 клин. Давай еще клин. Делай клин, Юра. Вот, а даже этот снес конус. Ты даже конус снес. Конус. Ты метриз. Клин, клин, клин. Давай, делай клин. Вуаля. Видишь, скорость сбросил. Еще раз клин, скорость. Вуаля. Ну все. Ты готов для черной.
Ты готов для черной трассы? Поедем, да? Вот смотри, где ребята. Смотри, он съезжает. Вон, налево посмотри. Клин делай, клин. Туда не хочешь, туда, на ту трассу. Продолжаем отрабатывать клинопись. Клинопись на снегу. Вуаля. Гаси скорость. А теперь попробуй немножко поворачивать. Вправо, влево. Вправо, влево. Массу тела переносишь на ногу. О, теперь в другую сторону. И клин. Вуаля, отлично. Это у меня просто немножко ноги размялись, там я сильно сажал ноги. На клине, смотри, тут спуск будет сейчас, угол хороший. Давай чуть влево, влево уходи. Клин, клин и влево. Вуаля, еще влево уходим. Уходи влево и клин. Вуаля, вот так оставайся, да. Отлично! Вообще молоток! Вот, смотри, ты отлично, кстати, шел. Вообще по диагонали, немножко клинил. Круто! И двигатель заклинил. Да, так что с каждым разом все выше и выше. Уровень, левел поднимается. Да. Лавы качаются. Лавы качаются. Да. Ну, видишь, кстати, здесь, видишь, катаются тоже, это типа такой вальд, фрирайд, можно сказать, да? Здесь тоже, видишь, ездят. Хотя она не накатанная трасса, но можно погонять. Мне пока рано по такому снегу. Нет, тут по такому снегу это свои там техники. Потому что на укатанной трассе ты едешь, ты... Ну, она укатанная, понимаешь, ты же не проваливаешься. Она... Да, нужно уже хорошо чувствовать. А на мягком лыжи уходят, и они уходят так, ну, прилично, туда, в снег. Угу. Нужно правильно там... Клином особо там не получится. Кстати, смотри, прикольная штука. Едет и палкой можно ударить по этому знаку, смотри. А, не получилось. По железке. Смотри. Вуаля. План этой стасьон дески. Кстати, вон, смотри, Ницца. Вот видишь, Ницца, Канны. Бонифасио, Монте-Синто, это уже Монте-Синто, это Корсика. Кстати, отсюда можно увидеть Монте-Синто, вот с этой высоты. Дрессия. Начали мы в альберге. Вуаля, сейчас мы спустимся, наверное, вот где-то вот сюда. И дальше уже будем пытаться подняться на верхушку. Человек третий раз на трассе, уже синяя трасса, и первое это, смотрите, какие мочит. Оля, обращайтесь ко мне, если вам нужен мастер, инструктор по лыжам, пожалуйста, к вашим услугам. Мастер так влупил, что я аж не угнался за тобой. Да? Да, серьезно. Масса больше. Серьезно. Ребята, вот школа, лыжная школа.
ребятки. Ну а мой ученик не отстает. Я говорю, мой ученик не отстает. Правда, немножко белый. Немного белый, но это ничего страшного. Бывает такое. Высокая точка этой лыжной станции называется Дресья. Здесь одни красные трассы. Итак, снова напоминаем. Были мы здесь. И оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И оказались здесь. Ты видишь, вот смотри, есть такой маленький, называется Ротон. То есть, в принципе, можно спуститься, на немножко подняться. Либо, смотри, можно сейчас спуститься по красной, опять же подняться, а потом искать маршрут, как нам вернуться на исходную. Я на все готов. Ну, давай. Мой ученик, вон он. Да. Я держу за тебя кулаки! Бери большие диагонали! Зигзаги рисуй! Не слышит. А послушал бы, и все было бы хорошо. Ну? Давай. Верим в тебя. Верим в тебя! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Отлично, ребята. Смотрите, берет в заворот. Так, столбик взял. Что-то улетело. Что это такое летит? Непонятно, что это такое. Иначе потом не поймаешь их. Потому что... Нормально. Нормально. Зря, зря. Зря. Нужно было не отстегиваться. А? Отпускай, отпускай, потом сходишь. Отпускай. Кидай мне. Только осторожно, чтобы лыжа не уехала далеко. Запускай на меня. Еще кто-то едет. Или парти по лаф, это мба. Юпи! Чемпион! Ты взял красную трассу. Молоток. И не покорил. И еще раз сделаем. Повторим, да? Как тебе красная, классно? Супер. Особенно там был такой... Скорость. Я там без лыж поехал. Еще пару часиков будем возвращаться. Наши морские пучины. Здесь уже солнце не такое активное, становится прохладно. Ну, прохладно. Прохладно это 0, минус 1. Но на солнце, конечно же, плюс. Как только в тень заезжаешь, все, ощущается. Да, кстати, ребятки, реклама на моем канале. Я создал страничку, паблик на Фейсбуке, где я выкладываю интересные варианты по машинам. То есть, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, следите. Те, кому автотема интересна, пользуйтесь. Очень классный ресурс. Ссылочка, как обычно, будет в описании. Накатались сегодня мы на лыжах, отлично провели время. Теперь у нас есть один чемпион, который будет занимать призовые места на республиканских, международных соревнованиях. Готов, атлет, будет тренироваться, бегать. Еще раз приедем покорять Эвересты, Монте-Карло уже покорили. Да, все хорошо. Мы ничего не поломали, ноги, руки целые. Направляемся снова в наши...
тоже. Да, снова направляемся в наши морские пучины. Антибы, Ниццы, Канны и так далее. Всем хорошего, комменты, как обычно.